Нашим милым котятам сегодня ровно 2 недельки, 14 дней. Папа Симба, как всегда, на посту, наблюдает за своими малышами. Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! Вы в мире домашних животных. Сейчас я хочу вытащить малышей из домика для того, чтобы они немножечко погуляли, ну и, возможно, пообщались с папой. На данный момент все малыши имеют такой серо-голубой цвет глаз. Смотрится это на самом деле очень потрясающе. У всех малышей глазки именно такого цвета. Со временем они, конечно же, поменяются, но пока это смотрится очень мило. Да и сами малыши получились весьма очаровательными. Вы только посмотрите на эти маленькие пушистые комочки. Так и хочется каждого прижать к себе, ну и, конечно же, расцеловать эту сладкую мордаху. Я достаточно часто беру малышей на руки и глажу их. Все это делаю я для того, чтобы они были более ручными. Хотя это зависит не только от того, насколько часто брать котят в руки, это еще и зависит от характера. К примеру, характер папы Симбы у нас очень вредненький. На ручки он не идет, не любит, когда его гладят, и вообще предпочитает держаться подальше от всех. А вот Багира, напротив, очень ласковая кошка и всегда хочет ласки и любви. Надеюсь, что ее котята будут такими же ласковыми и нежными. Пока мама-кошка Багира отдыхает, я занимаюсь ее детками. Я обожаю их гладить, ну и, конечно же, разговаривать. Я вообще очень часто разговариваю с животными, так как считаю, что это необходимо для того, чтобы наладить коммуникацию. Ну и, конечно же, найти общий язык. Взгляните, а вот и пришла Йоко посмотреть на малышей. Собственно говоря, она это делает практически постоянно, потому что ей это интересно. Ну а я надеюсь, что вам интересно было наше сегодняшнее видео. Хочу вас поблагодарить за вашу поддержку, за добрые слова, ну и, конечно же, лайки, а еще за то, что делитесь нашими видео в соцсетях. До скорых и интересных встреч в мире домашних животных. Здоровья, удачи, счастья и отличного настроения вам и вашим близким. Всем пока! Мы вас очень любим!